Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. А пока я хочу нас всех с вами поздравить. Сегодня пятница. Итак, жду, когда вы отреагируете. Если будет понятно, что у нас с вами есть обратная связь, мы начнем наш обзор. Делаю небольшую паузу. Слежу за вашей реакцией. Все хорошо, все нормально. Итак, начинаем наш обзор. Как обычно, с просмотра макроэкономической статистики, посмотрим, что в календарике, что об этом говорят в новостях, какие вышли данные, как к этому относиться. Итак, рано утром сегодня был прогноз по финансовой стабильности по Австралии. В новостной ленте Dow Jones говорится в частности об этом следующее. Итак, зачитываю. Центральный банк Австралии в пятницу с удовлетворением отметил первые признаки замедления кредитования инвесторов на рынке жилья двух крупнейших городов страны, но предупредил об усиливающихся рисках на рынке коммерческой недвижимости. В докладе о финансовой стабильности банка говорится об ощутимых признаках возможных изменений настроений на рынке недвижимости Сиднея и Мельбурна. Если подобные тенденции сохранятся, то финансовое положение жилищного и банковского секторов укрепится, сказано в докладе РБА, Резервный банк Австралии. Вместе с тем, в Центральном банке отметили, что риски, связанные с кредитованием ипотечных инвесторов, остаются повышенными. Отметив, что банки стали более осторожны при кредитовании застройщиков на рынке жилья, Резервный банк Австралии предупредил о растущих рисках на рынке коммерческой недвижимости. За последние 6 месяцев риски для застройщиков на рынке жилья, видимо, выросли, сказано в докладе Резервного банка Австралии. В целом, ситуация оценивается достаточно позитивно, но курс австралийского доллара сейчас значительно завышен по отношению к этому австралийского регулятора. Глен Стивенс и его заместитель оба говорили о том, что дешевый курс австралийского доллара очень и очень позитивно сказывается на экономике страны. Поэтому я думаю, что в будущем мы с вами, может быть, даже в не очень таком далеком будущем, да, услышим риторику, которая будет направлена как раз на понижение курса национальной валюты, в данном случае австралийского доллара. Это было рано утром. В 9.35 было выступление главы Банка Японии господина Куроды, но этому предшествовало еще небольшое сообщение в новостной ленте Dow Jones. Здесь говорится следующее. Вероятность того, что Банку Японии удастся к осени 2016 года достичь целевого уровня инфляции 2%, почти нулевая, говорит главный экономист Credit Issue по Японии Хурамита Сиракава. Только в июле-сентябре 2016 года или позже индекс потребительских цен вернется на позитивную территорию и стабилизируется, говорит Сиракава, который раньше был одним из руководителей Банка Японии. Это тот самый господин Широкава, получается, да, который начал все те прелести, которые мы с вами наблюдаем на графике доллара и японская иена. Это, не знаю, как вами, мной очень уважаемый человек, то есть он руководил Банком Японии и сделал курс японской иены именно таким, каким он и заявлял. То есть тот самый самурай, который, если уж говорит, то обязательно это делает. Вот о ком идет речь. Далее. Ранее в Центральном банке Японии заявили, что базовый индекс инфляции не имеет большого значения, так как на него сильнее всего влияют цены на нефть. Они очень сильно на него влияют. И подчеркнули устойчивый рост разработанного правительством базового показателя, то есть двойной базовый показатель, так называемый, при расчете которого не учитываются цены на энергоносители продукты питания, за исключением алкоголя. То есть есть свои нюансы, то есть это тот же стержневой, но, тем не менее, алкоголь туда включается. Вот как они считают. Так вот, по словам господина Широкавы, даже темпы роста этого индекса к концу 2016 года могут замедлиться до 0,3% по сравнению с 0,8% в августе, если иена не ослабнет еще больше. О, вот это узнаю брата Колю. Да? То есть господин Широкава как тогда делал заявление, что не хочу, чтобы иена была слишком крепкой, и гнал ее куда нужно, так и теперь делает подобные заявления. Вот это в типично японском ключе. И вдумайтесь, да, помните, мы с вами говорили, что
японская иена очень длительное время идет в боковом движении, накапливает энергию. Вот, мне кажется, как раз это та самая первая ласточка. То есть, словами, не, он сейчас не руководитель Банка Японии, но, тем не менее, далеко не последнее лицо в экономике Японии. Да? Если он делает такие заявления, то те, кто что-то в этом деле понимает, мне кажется, сразу должны сделать выводы. Куда полетит график? И не пойдет, а именно полетит, я не оговорился. Но далее было выступление нынешнего главы Банка Японии, господина Куроды. И вот в данном случае по этому поводу вот что у нас с вами говорится в новостной ленте Dow Jones. Итак, зачитываю. Оптимистичный комментарий управляющего Банка Японии господина Куроды относительно потребления увеличивают вероятность сохранения кредитно-денежной политики на заседании 30 октября без изменений, говорит главный экономист Митсубиши Госи Катаока. По его словам, Банк Японии может занимать выжидательную позицию до тех пор, пока намерения Федеральной резервной системы США в отношении процентных ставок не станут более явными. То есть это сознательное поведение Банка Японии, он сейчас ведет себя нейтрально. Банк Японии также может воздерживаться от действий в течение некоторого времени, оценивая, является ли ослабление инфляционных ожиданий в Японии временным явлением и наблюдая за динамикой собственного индикатора инфляции, это вот тот, который мы сейчас только что с вами говорили. Это, однако, не означает, что оценка Куроды верна, добавляет Катаока. Я полагаю, что слишком рано делать выводы о том, что потребление, как говорит Курода, перестает быть слабым, учитывая ухудшение потребительских настроений и по-прежнему негативные тенденции заработной платы, говорит Катаока. Слабость потребления в начале лета могла быть вызвана плохими погодными условиями, но его восстановление в августе также произошло за счет погоды, которая была очень жаркой, отмечает господин Катаока. То есть погодные явления очень сильно подпортили сначала картиночку, а потом, наоборот, ее исправили. Но делаем выводы, на будущее ставим себе заметочку. Широкалов выступил, Курода сделал свои заявления, его все еще оптимистичный взгляд на вещи, наверняка это тоже неспроста. И вот здесь мы с вами понимаем, да, что инструменты есть, и Банк Японии пока что просто занял выжидательную позицию и сознательно не предпринимает никаких действий, пока ФРС не определится. То есть, мое мнение, достаточно грамотно действует, чтобы сейчас не тратить понапрасну ресурсов, энергии. Вот. И когда уже американцы определятся, вот тогда японцы начнут действовать. А возможно, им действовать не придется, если действительно ставки будут повышать достаточно хорошим темпом американцы. Ну, во всяком случае, посмотрим. Не будем сейчас гадать на кофейной гуще, да, что там да как произойдет. А вот когда события будут происходить, мы уже будем иметь в виду, что Банк Японии в любой момент может вмешаться и сразу внести свои коррективы, которые он посчитает необходимыми. Далее, в 12.00 у нас сегодня выходили данные по еврозоне, торговый баланс, индекс потребительских цен, который снизился на 0,1%, и торговый баланс без учета сезонных колебаний. Вот здесь посмотрите, цифра 11.02. Вот это значение здесь, сейчас я вам зачитаю то, что говорят в новостной ленте Dow Jones, немножко другое. Скорее всего, это у нас с вами значение предыдущего месяца, а вот если смотреть с предыдущим годом, то есть годовое значение вот этого показателя, то оно как раз у нас с вами выросло. То есть рост торгового баланса без учета сезонных колебаний. Итак, обращаюсь к новостной ленте Dow Jones, и вот что здесь говорится как раз о значениях CPI и о значении торгового баланса. Итак, читаем. По опубликованным сегодня данным, положительный сальдо торгового баланса еврозоны в августе по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла. Это говорит о том, что внешняя торговля по-прежнему поддерживает восстановление экономики региона. Положительный сальдо торгового баланса составила 11,2 миллиарда евро против 7,4 миллиардов евро в августе 2014 года, сообщает в ежемесячном отчете агентства статистики Евростат. То есть, да, вот здесь у нас дано предыдущие месячные значения, а они говорят о годовом. То есть год назад здесь было не 11,2, а 7,4. Вот что имеется в виду. Сегодня агентство также сообщило, что потребительские цены в еврозоне в сентябре по сравнению с таким же периодом прошлого года понизились на 0,1%, что соответствует ранее опубликованной предварительной оценке базовой инфляции, при определении которой не учитываются волатильные цены на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табачные изделия, в сентябре, так же как и в августе, составила 0,9%. То есть стержневой индекс у нас остался без изменения.
Целевой уровень инфляции, установленный Европейским центральным банком на среднесрочную перспективу, составляет чуть менее 2%. Продолжительная слабость ценового движения усилила ожидания участников финансовых рынков относительно увеличения объема программы количественного смягчения Европейским центральным банком с текущего уровня 1,1 триллиона евро. Вместе с тем, многие экономисты считают, что на запланированном на четверг заседании ЕЦБ он оставит свою текущую политику пока что без изменений. То есть вот нам уже даны определенные ориентиры на следующую неделю. В 15.30 вышли данные по Канаде. Данные, нужно сказать, очень хорошие. Объем покупок канадских ценных бумаг иностранцами вырос. Если до этого было снижение на 10 миллиардов, то ожидался рост на 2,2. Вместо этого получили 3,1 миллиарда роста. Это очень хорошая цифра. Канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги тоже выросли, тоже положительный очень эффект для экономики. Вот. Ну и объем производственных поставок за месяц оказался гораздо лучше, чем ожидали по прогнозу. Ждали снижения на 1%, вместо этого небольшое снижение всего на 0,2%. Это лучше, чем ожидали, но все-таки показатель ушел на негативную территорию. В 16.15, буквально через 3 минуты, у нас промышленное производство по Соединенным Штатам. Если данные будут хорошие, вполне возможно будет движение по американскому доллару. Посмотрим там на графиках. Использование производственных мощностей пока что снижается. Это очень негативный фактор. То есть я однозначно к этому негативно отношусь. Здесь оптимальная цифра 85%. Посмотрите, как цифры далеки от оптимальных значений. И в 17.00 индекс потребительского доверия мичиганский. Ожидается небольшой рост. Было 87,2, ожидается 89 ровно. Посмотрим, что будет выходить по факту. Открытые вакансии данные, но это не очень важный показатель, на который сейчас будут обращать рынки. Ну и объемы ценных бумаг. Вот примерно такая картиночка на сегодняшний день по макроэкономической статистике, по новостям. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, отреагируйте, пожалуйста. Если у вас есть вопросы, пишем коротенькое слово «Есть». Затем свой вопрос задаем, я постараюсь на него ответить. Если же вопросов нет, ставим плюсик. И мы посмотрим с вами технику. Но сегодня конец торговой недели. И начинать открывать свои позиции, конечно же, не стоит. Для того, чтобы их просто оставить на выходные дни. Но в конце концов решать вам, да, то есть я могу только свое мнение высказывать, решение вы будете принимать самостоятельно. Итак, вопросов нет, смотрим технику. Так, что у нас с вами по технике? Как обычно, начинаем с нефтяных котировок. Нефть марки WTI вчера в конце торгов подросла, видимо, на данных по запасам нефти. Вот, сегодня тоже идет небольшой рост, цены поднялись чуть выше среднемесячного значения и практически торгуются на уровне средненедельного значения. Никакого сильного отрыва у нас пока что на текущий момент не наблюдается. Если посмотреть на нефть марки Brent, картиночка похожая. Вчера котировки подросли, чуть превысили отметку среднемесячного значения и торгуются даже чуть выше среднего значения за неделю. В общем-то, позитивный фактор для мировой экономики. Рост цен на нефть, в общем-то, неплохо сказывается позитивно и на инфляции во многих странах, поэтому сейчас рост цен на энергоносители, в частности на нефть, конечно, был бы, наверное, уместным, да, и в этом случае процессы, вполне возможно, пошли немножко иначе, чем они идут на текущий момент. Все развивается достаточно вяло, и вполне возможно, это бы подстегнуло немножечко развитие мировой экономики в целом. Теперь смотрим на индекс американского доллара. Сегодня не очень высокая волатильность на тех данных, которые выходили. Если посмотреть на часовом таймфрейме, вот что у нас с вами произошло. На вчерашних данных цены полетели вверх, потом отыграли немножко вниз. Сегодня в целом динамика чуть-чуть положительная, но вот в последнее время, видимо, как раз вот на данных, которые выходят в текущий момент, давайте посмотрим 5-минутный график, в последние буквально 5 минут, да, сейчас данные выходят, посмотрим, будут резкие движения или нет. Это у нас с вами в 16.15. Промпроизводство. Мощности чуть более загружены на 0,1 оказались, а промпроизводство так и падает. Ждали снижения на 0,2%, так его и получили. Конечно же, это достаточно негативный фактор, но сильного движения, как мы с вами видим, пока что нет. Если посмотреть на то, что происходило вчера, посмотрите, очень неплохо отработал как раз индекс американского доллара, рванул вверх, потом
отыграл назад, если набросить сюда уровень Фибоначчи, он как раз практически упирался в 50% уровень, а если брать конкретно вот это движение, которое только стартовало вчера, да, то здесь как раз будет уровень 76,4. То есть укладывается все достаточно в законы нормальной рыночной психологии. Это, что касается индекса американского доллара, он немножко оторвался у нас с вами от среднемесячного значения. И вот поскольку резинка была достаточно сильно растянута, вот эта самая натянутая резинка, теперь обратно поступательным движением возвратным как раз притягивает немножечко к себе, к среднемесячному значению. И как послушный финансовый инструмент, американский доллар ведет себя вполне и вполне предсказуемо, и вполне себе очень позитивно, я бы сказал. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые составляют этот самый индекс американского доллара. Как обычно, начинаем с триады обратных котировок, смотрим пару евро-бакс. Что у нас здесь с вами? Тренд восходящей фазы импульса, фаза отката. То есть евро-бакс не торгуется, но это не торгуется трендовой торговой системой. Если же брать диапазон, а мы с вами говорили, да, что пока что рано от него отказываться, хотя, казалось бы, цены уже выходили за границы диапазона, но мы сказали с вами, если вы помните, да, что давайте мы немножечко подождем, а там посмотрим, как все будет. Итак, есть сигнал осциллятора в продажу, сигнал сформирован, зафиксирован на daily таймфрейме. Значит, по трендовой торговой системе сегодня сидим на заборе, а вот по диапазонной торговой системе сегодня день продаж. Смотрим внутреннюю структуру, что у нас идет. У нас был прилив, теперь ждем отлива, когда он закончится. Он уже начался, этот отлив. Он уже потихонечку идет. Вполне возможно, это будет боковое движение. И если не за сегодняшний день, а даже завтра у нас с вами цены будут находиться в верхней трети, выше вот этого уровня Фибоначчи 61,8, а мы сейчас это отрисуем вот этой вертикальной линией, чтобы у нас вот так вот это выглядело, треть. И поставим туда достаточно ровную циферь, чтобы она была достаточно гладкой. А вот 1.120 ровно получается. Посмотрите-ка, как хорошо. Просто очень шикарненько, я бы сказал. Просто обалденненько. Так вот, если цены будут находиться в верхней трети, и на 4-часовом таймфрейме будет сигнал осциллятора в продажу, все, это значит, у вас наступил момент входа по европейской валюте, по диапазонной системе. Значит, на часовом таймфрейме нужна будет обязательная консолидация. Если вот так вот рынок трясет и колбасит, в момент сигнала ни в коем случае в рынок не входим. Входим только, когда идет узковолатильное боковое движение, когда цены никуда сильно не шарахаются. И вот если это все совпадет, только в этом случае ставите отложенный приказ sell-stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, и в качестве цели граница нижней трети 1.103 ровно. 1.103. Ну или 1.1030, если так будет понятнее. Вот такова ситуация по евро-доллару. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. Вопросы могут быть, поэтому если по сути есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я постараюсь на них ответить. Делаю паузу. Жду, когда вы отреагируете. Отреагировала только одна Надежда из 115 человек. Ну вот дальше пошли реакции. Значит, вопросов нет. Идем дальше, смотрим британца. Что у нас по британцу? Итак, диапазонная торговая система не торгуется, может торговаться только трендовая. Так, тренд восходящей фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA. То есть у нас 100% день покупок. Направление сделки известно, торгуется трендовая торговая система, смотрим внутреннюю структуру, идет отлив. Дожидаемся, когда отлив закончится. И на начале формирования новой приливной волны по сигналу осциллятора в покупку определяем, когда наступит момент входа. Это сценарий только на сегодня. Как закроется сегодняшний день, мы не знаем, и не знаем, будет ли у нас в понедельник день покупок. Пока еще это абсолютно не ясно. То есть я говорю только за сегодняшний день. Так, если сегодня будет сигнал в покупку, на часовом таймфрейме еще и консолидация обязательно, боковое движение. Если условие выполняется, значит ставите отложенный приказ buy stop, определяете точку выхода на часовом таймфрейме, на 4 часах цель, граница ценового канала. Поскольку у нас торгуется трендовая торговая система, значит мы смотрим
что цены вполне себе могут прийти к уровню 1,5755. Записываем. 1,5755. Какие будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. По британцу. Вопросов нет. Мы закончили триаду обратных котиров. О, сори, мы австралийцы еще не смотрели. Что же это я так поторопился? Тренд восходящий в фазе импульса, а здесь в фазе отката. По австралийцу сегодня день не торговый. То есть по австралийцу идет отсидочка на заборе, вполне конкретно, безо всякой торговли, только наблюдаем. Теперь смотрим триаду прямых котировок. Начинаем с пары доллара японской иены. Здесь у нас с вами продажи. Тренд нисходящей фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор SMA. Диверов пока что нет. Отлив заканчивается, начинается приливная волна. Но сигнал должен быть сформирован, зафиксирован. Пока что сигнала нет, эта свечка не закрыта. Если это будет белая свеча, то у нас вот то, что перекрестие, которое сейчас наблюдается, оно отменится. Нам нужно, чтобы эта свечка закрылась. И произойдет это только в 20:00 по Москве. Вот если там ближе к 20 часам этот сигнал сохранится, значит, сигнал есть, нужно будет открыть часовой таймфрейм и посмотреть, что здесь происходит. Если волатильность не увеличится, если она не будет повышенной на текущий момент, смотрим, это у нас с вами порядка 40 пипсов, ну, не так уж много, вполне себе укладывается. Все зависит от того, какой у вас депозит. Итак, если на часовом таймфрейме также все сохранится, можно поставить отложенный приказ sell-stop, определить точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. И на текущий момент цель 117.30. 117 йен и еще 30 сен за 1 американский доллар. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции по японской валюте. Если есть вопросы по существу, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь, я постараюсь на них ответить. Так, жду, когда вы отреагируете. Вопросов нет. Швейцар, это который франк. Тренд, нисходящий в фазе импульса. Теперь нужно посмотреть, что с гистограммой. Она не очень явная. Так, со знаком минус 2 нолика 18.51. 14.42. Гистограмма повышается, находясь ниже нулевой отметки. Здесь импульс, а здесь откат. Значит, ситуация не торговая, простая отсидочка на заборе. Канадец, тренд нисходящей фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор SMA. Значит, у нас 100% продажи, никаких диверов нет. Моментум о дивере не говорит. Моментум есть на индикаторе только о SMA. Но он не подтвержден пока что моментумом. Значит, здесь у нас 100% продажи, смотрим внутреннюю структуру, идет отлив. Дожидаемся, когда отлив закончится, обязаны просто поправить нашу с вами цель. Других ориентиров у нас с вами нет, как бы мы ни старались, да, то есть вот все, что мы имеем, все это не придумано, все это не из пальца, это нам говорит наш анализ. Итак, дожидаемся, когда отлив закончится. Сигнал осциллятора в продажу. На часовом таймфрейме должна быть еще и консолидация, но это не все условия. Значит, если у вас все выполнится, будет консолидация, вы посчитаете свой стоп-лосс и должны будете сопоставить со своим тейк-профитом. И если не будет выполняться условие 1 к 3, лучше в сделку не входить, потому что будут нарушаться правила управления капиталом. А цель на текущий момент у нас с вами всего-то лишь, то есть очень близко находятся цены от цели, 1.2820. Поэтому, скорее всего, правила управления капиталом не позволят вам открыть эту сделку. Какие будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Если же действующий динамик сохранится, то в понедельник уже не будет дня продаж. Уже будет день бамбука. Вопросов нет, да, все ясно, все понятно. Смотрим последний финансовый инструмент, это золото. Оно очень послушно ведет себя, так и бьется вблизи уровня, который мы с вами отрисовали.
цены пока никуда не идут, но волатильность потихонечку возрастает. Это, конечно, не очень позитивный фактор. Вот если, допустим, в течение длительного времени это будет вблизи уровня, который мы с вами отрисовали, и цены пока что вниз не пойдут, вот тогда можно будет попробовать себе атаковать. Цель пока что до сих пор не меняется, это минимум этой свечки, $1105 за одну тройскую унцию. $1105. Какие будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Вот здесь есть просьба посмотреть кросс-курс. Денис, это не потому, что я такая вредина. Я новичкам не рекомендую залезать в кросс-курсы. Вот именно по этой причине я не хочу смотреть никаких кросс-курсов, а только основные пары мажоры. Понятно, да? Не потому, что я такая злая вредина. Извините, пожалуйста. Какие будут вопросы по существу? Жду вашей реакции. Пожалуйста, можете отреагировать. Если есть вопросы по существу, я постараюсь на них ответить. Вопросов нет. Ну что ж, давайте будем прощаться. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными, осторожными, берегите себя. Еще раз нас всех с вами поздравляю. Сегодня пятница. Удачи всем.